Аутфит сегодня такого формата, знаете, чисто американские. У меня сейчас будет алгебра, последний урок в этой четверти. Мы готовы, собрались, время 10:20, сейчас будем выезжать. Ой, ребят, вещей, конечно, я набрал, это... Вот такого формата примерно, тут моя техника, тетрадь, чтобы записывать, у меня тут все вот написано. Одежда, еще плюс одежда, книги. Не знаю, человек едет на 5 дней, ребят. Без осуждений. Мы вышли, и это официально была самая вкусная и огромная пицца в моей жизни. Она была просто огромная. Хай! Просто огромная. Сейчас мы идем в магазин купить немного еды в отель. Вот! Выбор огромный. Что брать? Я хочу вот такие штучки. Выглядит очень прикольно. Это типа шоколадки с... с мятой. И, в принципе, очень-очень круто. Вот такую штучку. Это типа... Фокус, спасибо. Шарики в какой-то панировке. И, в принципе, выглядит очень прикольно. И хочу попробовать, потому что в Казахстан я, скорее всего, привезу вот такие штуки, потому что у нас их нет. И нёрц, которые очень-очень маленькие и очень кислые. Вот. Это наш отель на сегодня. Мы заселились, идем искать бассейн, потому что тут есть бассейн. У моего хост-папы подписка во всех отелях Мариот в Америке, поэтому мы можем останавливаться в любом штате, там не очень дорого, вот, очень круто. Этим отелям ставлю лайк. Утром хочу сходить вот сюда, в спортзал. Я сейчас набираю воды. Кстати, в Америке везде стоят вот эти штуки, где ты можешь себе набрать воды. Это очень удобно. И в больницах, и в школе, и в отелях. Просто везде. Улеглись. Завтра встаем рано. И выдвигаемся дальше. Всем доброй ночи. Время 8 утра. Вы думаете, кто-то проснулся в зал? Позавтракали, сейчас пойдем в номер обратно собирать вещи и выезжаем уже дальше.
остатки пиццы. Мы заселились, там второй этаж, я на третьем, тут кухня, я, флаг Америки, спальня один, спален, кстати, очень-очень много, туалеты, вот, это я на третьем этаже, тут еще круто, что есть выход на балкон, и выглядит все очень красиво. И просто посмотрите, какой у нас вид с балкона. Очень красиво. И получается, нашего отеля вон бассейн. Да, волны огромные. Потому что приходило уведомление, мы должны были приехать сюда вчера. Но из-за волн и какого-то торнадо нас отменили наш букинг. И мы приехали сегодня. Как это красиво! Это просто... А еще на территории нашего отеля есть вот такой бассейн, в котором Сайлас плавает. Тут очень круто, мне кажется, вечером будет прям вообще очень прикольно. Ау! Вот. Мы играем в футбол американский. Вот. И меня, походу, пытаются догнать. Are you ready? Let's go. 1, 2, 3. Yep! И вообще на территории комплекса очень прикольно. Корт. No way. И так вот. На самом деле, первый день прошел просто офигенно. Не знаю, у меня была цель посетить именно океан, потому что я не уверен, что я был у океана, именно у океана, потому что я был у моря и у других водных источников, не заплетается язык на русском. Вот, ну, на самом деле это просто невероятно, и у меня внутри чувства просто бешеные, ребят. Флаг Америки, просто через дорогу океан, и мы проводим свои выходные здесь, это очень круто. Очень круто. День прошел отлично. Сейчас заканчиваем последний момент этого дня. Любимая навалка. Вот. Если честно, еще не знаю план на завтра. Надеюсь, будет интересно. Вот. День сегодня я ставлю официальный лайк. Я как раз выписал все свои мысли сегодня в тетрадь. Я веду тетрадь. Там получается, типа, как мнение благодарности, но это очень прикольно, мне помогает разгрузить мои мысли. Поэтому вот, надеюсь, что это видео вам понравилось, и всем спасибо за просмотр, пока-пока!